Всем здравствуйте, снова на водоеме. Приехали за трофейной рыбой поймать того обидчика, который у меня блесну оторвал. Сейчас мы его будем ловить и наказывать. Ловить будем, блин, наверное, на шкурку тогда будем ловить. Там-то тогда на палец было. Ладно, ножик не буду пока доставать. Если что, то переделаем. О, такая вкуснятина. А, сейчас по лункам прошелся. Кто-то нашел. Нашел меня и здесь. Есть кто-то сегодня был тут. Три лунки получается. Только-только замерзли, вот буквально несколько, наверное, минут назад. И уже есть такие, вчера или позавчера давности. Надо, видимо, опять менять позицию. Леску поставил, блин, на 10 с чем-то килограмм. Теперь шансов порвать ее просто, ну, нереально у ротана. Время, кстати, надо. Все должно быть по времени у нас. Время 13:53. Чуть-чуть запоздал, пока со всеми постою, поговорю. Полчаса времени как улетело. Поговорить-то я люблю. Дяденьки с города были. У одного родственница с нашей деревни. Сказал, там такие сказочники живут. Напарнику, говорит, не слушай его вообще. Он говорит, тебе таких баек нарассказывает. Так что вот так вот. Все, попытался кто-то клюнуть, наверное, мелкий какой-то. Вот такая должна быть глубина. Все же. Вот первый трофей у нас на сегодня. На другой, правда, уже лунки. Вот еще один. Как-то слишком болтаться лишнего тут много на этой шкурке. Сейчас посмотрим, может быть, все-таки палец отрежу. На него мне понравилось. Вот тут кто-то ходил, бурил. Прям буром здоровым. То ли кишки хотел вытащить, потом рукой у меня отсюда. То ли рыба не пролазила у него. Столько крови, наверное, моего трофейного ротана все-таки вытащил с блесной. Хоть он у меня и оторвался вон там, возле бутылки. Нет, не вся. Вот, поймал. Грамм так не знаю.
в районе 300 должен быть. Это хорошо, значит не вся, значит вечером вся крупная выйдет, и мы ее поймаем. Этой, с этой-то леской вам не уйти, шансов вообще нет. Надо все-таки обрезать, наверное, эту штуковину, которая болтаться в этой лунке, в той тоже пробурено. Сегодня тут уже кто-то был, ну и в той вот три, в которых сегодня кто-то ловил, и три. Вчера, наверное, кто-то был, бур такой же большой, потому что я в эту же дырку забурился. А четыре лунки не бурено. Так что сейчас пойдем по ним. Вот тут вот у меня был обрыв. Ради этой лунки я приехал сегодня. Пока никого. Здесь кто-то еще был с маленьким буром. Видимо, все-таки пришел, не пролазило. На второй день он взял бур побольше. И пришел ловить рыбу. О! Вот он, наверное, где. Ну, так неплохой, но не тот. Но не тот. Камышовый заяц тут живет. Кто-то оттуда прибежал. Туда убежал. Можно зайца вытропить. Поставить на него блесенку и поймать. Он вот так вот в проходе, когда будет перескакивать, зацепится. Лучше тройник тогда. И все, и сразу его в лунку. Так, тут тоже лунка была пробована ловить. Как, на что ориентировался этот рыбак, не знаю. Выборочно почему-то. Почему-то выборочно. Не все он лунки прошел, все. Но разбурил не все. Непонятно. Иду на второй круг по лункам. Поймал, наверное, 6 или 7 штук я. Вот так вот тут бывает раз и сошел бы в воде грамм такой 200, а первый на первом круге он какой маленький. Лунок у меня, наверное, 8 или все-таки 10. Одну я, по-моему, свежую бурил. В общем, не со всех я поймал. Лунки все старые, с первой самой, с первого захода, так скажем, на эту плесу. Во всех ловил. Разное количество ловил.
Но пока сегодня не все меня ротаном порадовали. Ну еще и солнце высоко. Сейчас время где-то без 23. Я рассчитываю, что после 4 активность более-менее будет. Что сейчас пока ходим так, надоедаем им, там мельтешим приманкой. Несерьезный. Я уже было поверил, что крупный подошел. В общем, затишье. Уже вот минут, наверное, сколько? 30 прошло. А может и больше. Одна поклевка. Вот такого. 14.59. Обычно у меня с 3 до 4 наоборот. Почти активности никакой. Ну, посмотрим, может сейчас нет-нет. Разойдется, а может и вообще не будет сегодня активности никакой. Где вся крупная рыба? Солнце еще до камыша не дошло. Еще время есть вообще-то. Все-таки мы его обхитрили. Идем дальше. Что-то солнце под камыш уже, наверное, скрылось. А ротан вот второго поймал вот такого размера. Четвертый, наверное, заход у меня по лункам. И вот только на четвертом заходе первые две поклевки. Вот самая
О, стаунка 5 штук. Эх, пойдем сюда, в проход. Должен быть здесь где-то весь трофей. Будем его тут. Тут будем. Либо тут, либо там. Я жду, что сюда буду, наверное, почаще забегать, что ли. Или сидеть подольше, не знаю. Сейчас посмотрим. Как, может, тут больше и не клюнет. Ух ты, блин. Угадал с ротаном. Я решил достать, а он решил взять. Вот, на сегодня самый крупный, наверное. Тяжеленький, хорошенький. Вот такой. Грамм в районе, наверное, 350. Сегодня это такой трофей у нас уже. Вот, все-таки я его поймал. По ощущениям, это один и тот же. Вот так вот. Вот такой вот. Мне кажется, на предыдущей лунке потолще будет. С этой лунки ни одного так и не поймал. Когда с парнями были, отсюда был, наверное, самый крупный. На камеру под водой заснятый в самом конце видео. Ну и так я в тот день тут с десяток, наверное, поймал. А сегодня тишина. Ну все, солнце нижний край. Уже заходит за камыш. Сейчас за 10 минут зайдет. Я снова у прохода. Жду. И надеюсь на трофейную рыбу именно здесь. Вот в этих двух лунках. Ну, может быть, он в той еще, в третьей. Сегодня без каши приехал. Прям вот неловко так себя чувствую перед рыбой. Поймать хочу, а кормить не накормил их. Может быть, еще и поэтому она не хочет у меня клевать толком. Активности так пока никакой не началось. Нет, нет, так сидишь, сидишь 5 минут. Бывает клюнет, бывает не клюнет. Но сейчас, наверное, из 10 или сколько у меня лунок. Так что-то мне не сосчитать никогда 10. В общем, из 2 я только не поймал. Нет, из 1. Ни одного. А так из всех уже поймал. Хотя бы по 1. В 1, наверное, 5. Какой-то меленький, наверное. Может и не меленький. А если не меленький, нам нельзя за лед цепляться.
Сегодня градусов 15, наверное, у нас. Сейчас уже, мне кажется, холоднее. Ветерочек слабенький, но тут почти не ощущается за ветром. Камышины шевелятся. Но нормально. Ладно. Что будет, так включусь. Нет, так все равно включусь. Поговорить. Где вся тут трофейная рыба из этой лунки? Два вон. Два котлетчика. Этот, наверное, самый большой. А может и не этот. В общем, крупнее нету пока. Алло. Ага, здравствуйте. Конечно, на работе. Ну, это же работа, Саша, у меня такая. Да. Да. В две смены, наверное. Да так, как-то пока непонятно. Ну, я приехал в час, наверное. Приехал только, пока зашел, уже в два, наверное, ловить начал. Десятка два, наверное, я поймал. Самый крупный грамм, наверное, на 400, на 350. До 5-то я точно досижу. А так-то я замерз. Где-то часов 6 домой приеду где-то. Ну, примерно я вот так ориентируюсь, к 6. А что? А что хотел? Что за предложение ко мне? В гости хотел? Ну, придете, так приходите. Ну, я, Саша, не знаю. Я вот примерно приеду часам к 6. Еще за вороном мне надо будет сходить. Наверное, я не знаю. Я из дома сбежу. Завтра дома, наверное, буду. Может, днем еще сбыкаюсь с дочерью на рыбалку на часик. После, ну там как погода будет, там что-то вроде ветер опять обещают. А потом-то дома буду, завтра никуда не хотел. Ну, я говорю, ветер сильный, а по градусам вроде тепло должно быть. Да кто же мы вот в субботу-то прошлую сидели, тоже же по градусам не холодно было, а на ветру-то вообще капец. Ну, завтра приходи тогда в гости. Давай. Бежим, бежим, бежим за рыбой. Вот вся рыба.
Вот она. Целый ротан. Кажется, я сейчас пока бежал, понял, почему не клюет. Я сегодня хожу против часовой стрелки, а обычно-то по часовой. Наверное, в этом все дело. На менять направление. Время уже без 25. Где трофейный ротан, пока непонятно. Пробежал хорошо, так стало сразу. Теплее. С одной лунки так ни одного и не поймал. Поклевка была, но реализовать ее не удалось. С этой тоже он один только. Ну и все. Ну нет, нет, ладно, пошел я дальше тогда. Раз здесь нет. Второго тут поймал. Перед этим вот этого. Тут такие, так скажем, все одного размера практически. Крупнее, мне кажется, тут за все время и не было с этой лунки. Ну, такие тоже хорошие. Все, кончились. Пойдем на проход. Ну что, пробуем. Что тут у нас с трофеями? По времени у них должен быть тут переход. Нет, это не тот. Это не тот, кого мы так долго ждали. Не, ну он точно был не последний, еще же поклевка была. Так, еще ждем. Еще ждем. Да что ты, не вижу уже нифига. Так, ну потом включусь, расскажу. Вот такой вот, в общем, у нас красивый закат. Время, наверное, уже около 5. Расстегиваться не буду, время смотреть. Около этого.
Нет, нету в этой лунке огромного ротана. Вот такой вот, в общем, у нас красивый закат. Время, наверное, уже около 5. Расстегиваться не буду, время смотреть. Около этого. Неон. Грамм такой на 200. Вот, но солнышко, не знаю. Видно, не видно. Камера, наверное, уже ничего не снимает. Засниму потом итоги. Еще побегаю минут 10-15. Ну что, все, рыбалку я закончил. Эх, все, телефон у меня тоже умер. Время не знаю. На улице, в общем, вот так вот уже темно. Где-то минут, наверное, 15 6 примерно. Вот самый крупный. Вот такой. Вот этого я все-таки поймал возле полторашки. Но он не самый крупный, поменьше. Вот таких вот хорошеньких. Ну, пойдет, которые этими я тоже доволен размерами. Вот их 5 штук. Даже тут еще есть только длинные, но не толстые. В общем, сколько я говорил? 46, наверное, или меньше. Сейчас еще пересчитаю, пока в пакетик буду складывать. Ну вот так вот. Всем пока.